праздничные дни с 1 по 12 мая на территории Тамбовской области будет введен режим антитеррористической безопасности. Для охраны правопорядка привлечено более 3000 сотрудников МВД и членов добровольных дружин. Впервые в этом году будет задействована система экстренного оповещения «Вестник», с помощью которой возможна передача речевой информации на расстояние 2,5 километра. Силовые структуры переведены в режим повышенной готовности, но, несмотря на это, и сами жители Тамбовской области должны быть внимательными и осторожными. Я призываю граждан повысить свою бдительность в эти праздничные дни. То есть, в случае, если вы обнаружили подозрительный предмет в жилом секторе, в общественном транспорте, незамедлительно сообщать сотрудникам полиции по телефону 02-102. И я еще раз призываю граждан воздержаться от так называемых фактов телефонного терроризма. Спецслужба обладает соответствующими средствами. Любой звонок, он определяется, гражданин находится, и это влечет вплоть до уголовной ответственности. И еще, я просто хотел бы довести до населения города Рассказово, Рассказовского района, что вот в связи с произошедшим в том году на территории города Тамбова актом вандализма, когда на памятник «Вечный огонь» была нанесена, значит, символика фашистская, сейчас в этом году все памятники, начиная вот уже с 27 числа и по 12 мая, взяты под охрану сотрудниками полиции.